Автопарк станции скорой помощи заметно обновился. Во вторник на Советской площади ключи от 13 машин медикам вручил глава региона Дмитрий Миронов. Транспорт отечественного производства выпущен в Нижнем Новгороде, а закуплен на средства федерального бюджета. 5 карет скорой помощи достались Ярославлю, остальные отправят в Рыбинск, Гаврилов Ям, Некрасовский и Никаузский районы, поселок Причистая. Я думаю, что эти автомобили будут служить для жителей нашей области, для здравоохранения. И я думаю, что для вас, для людей, которые принимают самое непосредственное участие в здравоохранении, в помощи людям, в скорой помощи людям, я думаю, что это будет хорошим очень примером и работой на перспективу. Это лишь первая партия. По итогам встречи Дмитрия Миронова с руководством Минздрава принято решение о выделении нашей области 27 машин скорой помощи. Среди приобретений и реанимобиль, оснащенный всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи. Своеобразность этого салона, то, что там есть возможность оказывать медицинскую помощь двоим пострадавшим. Оснащение полностью необходимое для искусственной вентиляции легких, современный аппарат дефибриллятор, который необходим для восстановления деятельности сердечной мышцы. Машина полностью соответствует новым ГОСТам, которые будут введены у нас 2017 года. В салоне имеется кондиционер, дополнительное отопление, которое необходимо в условиях нашей суровой зимы. Есть система ГЛОНАСС. Спасибо правительству Ярославской области, федеральному правительству, что не забывают скорую помощь, заботятся о нас. Ну и хотелось, чтобы наши водители ярославские пропускали все-таки машины скорой помощи, когда видят в зеркало заднего вида их.